the good girls you take out for dinner. Вот он шанс. Доигровка. Забивать надо. Яна Щербань атакует из зоны 4. Правда, не очень сильно. Брячок. Блок бьет. 24. Самый нужный. Ой-ой-ой, не готова котикова, да. Вот здесь связки надо следить. Но есть Микиска, она вообще мяча-то коснулась. В прошлой партии выходила, и тут такая радость. Снова туда же, ничего себе, как рискует Старцева. И снова Парубик закрывает один в один. Атака. Кто бы мог подумать, что Уралочка так в игру вернется. Ну, пока еще последний мяч. Может быть, они начинали эту встречу, но потом ослабили хватку. Мяч попал в Анну Котикову, а потом... Пицца della Germania, che poi ancora con Kocic non riesce ad attaccare bene, mal distribuita questa palla, molla con questa Python, c'è il muro. Il muro della Germania, menziona 12. Одиночный, ну, в общем-то, второй блок там и не должен быть, если все по уму сделано. Великолепно. Удар Гамовой. Так уже, знаете, со злостью она. Копаева и Воронкова из второй зоны. И ее... Тим вновь смягчаем, ну и быстро попробует сыграть. Королева, все здорово. Вообще вот в первой партии очень... На этот раз Матвеевой. Теперь Федоровцева оттянуться. Нет, все правильно. Задние линии. Вот тут все верно. Защитника было. Защитника. Отлично. Вот этот сет начинается по-другому. Мощнейшая атака Гончаровой, хорошая высота. Дальше мяч простреливается в зону 4. Вот они, скидки, которые падают, и конечно. Димитрова, Бошкович. Вот и черде! Все условия для того, чтобы выиграть эту очко. Нева Янева вернулась на прием. Что и происходит. Вернуться на место. Аня Маловой.